Проект «На связи с губернатором» добрался до самых отдаленных населенных пунктов области. На этот раз жители села Александровка Безенчукского района получили возможность пройти полное обследование, не выезжая из родного села. Кроме того, специалисты рассказали жителям, как сохранить свое здоровье. Валентина Ушакова – частый гость районной поликлиники. Сердце дает о себе знать. Однако на этот раз ехать на обследование за десятки километров ей не пришлось. Врачи приехали сами в рамках проекта «На связи с губернатором» «Школа здоровья». Я прошла полное обследование. И, значит, мне дали консультации достойные. Хочу сказать, поблагодарить нашего губернатора замечательного за такую замечательную программу. В Александровке проживает порядка 200 жителей, в основном люди пожилого возраста. Ехать в районную поликлинику не у всех есть возможность. Желающих попасть на обследование в родном селе оказалось немало. Село действительно отдаленное, и выезд – это как праздник для населения села Александровка. Пациент может получить комплексное обследование, такое как забор крови на сахар, на холестерин. Специалисты осматривают их такие, как терапевт, лор, окулист, хирург. Улучшение качества медобслуживания на селе – одна из приоритетных задач правительства области. В скором времени здесь откроют новый фельдшерско-акушерский пункт. Екатерина Алексеева, Игорь Лунев. Новости губернии. Безенчукский район.